все документы в одной базе. В ближайшие 6 лет количество услуг, оказываемых гражданам республики в электронном формате, должно составить 90%. Электронный оборот документов удобен как для людей, получающих различные услуги, так и для самих ведомств, которые их оказывают. Запросы и обмен сведениями происходят в специальной информационной системе. При предоставлении государственных и муниципальных услуг ведомства не должны требовать от заявителей справки и документы, которые уже находятся в распоряжении других органов. У нас все органы исполнительной власти 100% подключены к системе межведомств электронного взаимодействия, в системе более 2000 активных пользователей, ну и порядка 99 всех межведомственных запросов у нас выполняется уже не на бумажных носителях, а с использованием системы электронного межведомственного взаимодействия. Большая работа сейчас была проведена в рамках предоставления всевозможных справок из единой системы ИПРА, так называемой, где эти документы были включены. За 2019 год в рамках предоставления услуг органами исполнительной власти направлено почти 35 тысяч запросов. Органы местного самоуправления более 88 тысяч раз обращались к федеральным органам. Самыми популярными были справки по линии Минтруда и Росреестра. В 2020 году Чувашия получит субсидию для дальнейшего развития системы межведомственного взаимодействия. Татьяна Трофимова, Павел Рядков, Республика.